Дорогие друзья, это второй час в программе «Ночное такси». Вы по-прежнему настроены на радиостанцию «Шансон-24», наш портал «шансонспб.ру» и на радиостанцию «Русский Берлин». Наша частота в Берлине 97,2 МГц FM. Я Александр Фрумин. Во втором часе программы продолжаю полку новинок и с большим удовольствием предлагаю вашему вниманию действительно новейшую работу нашей студии, альбом автора-исполнителя из Москвы Андрея Мороза, альбом, который носит название «Мне крылья любовь дала». Это действительно новейший релиз нашей студии. Он поступил с завода изготовителя компакт-дисков только в пятницу, собственно, уходящей от нас недели, то есть, на самом деле, вчера это было, поскольку сегодня суббота. И поступил он одновременно с альбомом еще одного талантливого человека, питерского автора-исполнителя Олега Леонтьева. Его я буду представлять, конечно, вам на следующей неделе в программе «Стартовая площадка». Что касается Андрея Мороза, то я с большим удовольствием показываю вам сегодня его музыку и рассказываю о этом талантливом человеке. Аркадий Александрович, трек номер два, пожалуйста, ставите в эфир. Композиция, собственно, является заглавной «Мне крылья любовь дала». Андрей Мороз, Москва. Прежде, прежде, прежде жизнь казалась мне иной, призрачной надежды, брошенной судьбой. Как же, как же, как же изменилось все теперь. Полюбил тебя я, ты поверь. Дышу, дышу я тобой, парю, парю над землей. Мне крылья
такси, ничего не случится в дороге. Да, дорогие друзья, с вами ничего не случится в дороге, если вы с программой «Ночной такси» на радио «Шансон-24» и на радиостанции «Русский Берлин». Во втором часе программы у нас продолжение полки новинок. Подчеркиваю, в этом сезоне, в сезоне 2016 года, наша студия очень интенсивно занимается изданием физических носителей. Сейчас, летом, с гордостью могу сказать, печатаем никак не менее 3 дисков каждый месяц. В прошлом месяце, кстати, даже было 4 диска, и столько же будет и в наступившем августе. Вот это первые две августовские пластинки, соответственно, Андрей Мороз и его альбом под названием «Мне крылья любовь дала», вот он сегодня звучит в эфире. На следующей неделе будет, кстати, пришедший, повторюсь, с ним одновременно с завода альбом питерского автора-исполнителя Олега Леонтьева, который носит название «Каторжанки». Андрей Мороз – хороший, талантливый музыкант, музыкант, который очень часто выступает в качестве полноценного, стопроцентного автора-исполнителя, соответственно, стихи и музыка – все его. Музыкант, с которым мы дружны уже более 6 лет, музыкант, который действительно заслуживает того, чтобы быть известным публике. Человек очень трепетный, человек, хорошо знающий музыку, кстати, прекрасно знающий еще и такую сложную вещь, как саунд-дизайн и звукорежиссуру. Человек, который очень часто выступает в своих альбомах и в качестве звукорежиссера. Все его альбомы, что для меня очень важно, подчеркиваю, я не скрываю этой важности для нашей студии, изданы у нас. Да, песни Андрея Мороза, конечно, были известны на концертах и в интернете, и более 6 лет назад, поскольку его творческая деятельность уже более 20 лет длится. Но мне было очень приятно, что именно издание сольных альбомов Андрей Мороз доверил студии «Ночное такси», и мы стараемся его доверие оправдывать. Музыкант также часто появляется на нашей съемочной площадке, поэтому многие его песни вы можете видеть на телеканале «Ночное такси» на YouTube, можете видеть, как он их исполняет. И, конечно же, я очень рад тому, что мы сейчас издали именно самый новый его альбом. Подчеркиваю, самый-самый новый, поскольку, если вы внимательно следите за дискографией студии «Ночной такси» и за крупными музыкальными магазинами, такими как «Озон.ру», то вы можете знать о том, что это уже четвертый альбом Андрея Мороза, который издан в студии «Ночное такси». Вроде бы совсем недавно был хороший, такой практически фолковый альбом. Это было, подчеркиваю, совсем недавно. Это было еще года не исполнилось как. И вот новая работа, которую я с большим удовольствием показываю вам сегодня. Также был и альбом, который наверняка должен быть вам известен, потому что там были и известные песни, кстати, увидевшие свет, я имею в виду «Старое кафе», и в середине 80-х годов, и, кстати, не в вокальных версиях Андрея Мороза, поскольку он делал этот альбом с поэтом, который написал эти замечательные стихи. И вот сейчас новая и достаточно большая работа. Здесь, подчеркиваю, действительно в реальности много музыки. Здесь 18 треков. И я, конечно же, показывая по два произведения сразу, буду вам сейчас все это показывать в эфире. Итак, трек 4 и 5 композиции «Не весна, не весна» и «Серые глаза» руками Аркадия Александровича Фрумина уже отправляется в эфир нашего радио. Как же так ты опять ушла? Будет петь на дворе весна. Слез моих за окном капель. Ты вернись, я люблю, поверь. Без тебя мне весна, не весна, не весна. А на сердце дожди, ты меня отпусти. Но любовь так крепка, и плывут облака, унося все мечты. Где же ты, где же ты? Где же ты? Где же ты? Ты опять ушла. Все мосты за собой сожгла. Буду ждать, буду верить я. Ты придешь, за тобой весна, без тебя мне весна, не весна, не весна, а на сердце дожди, ты меня
грусти, но любовь так крепка, и плывут облака, унося все мечты. Где же ты, где же ты? Где же ты? Снова за окном капели эхо вновь пришла весна. Весна вновь пришла, и птичьи трели спать мне не дают. Весна. Небо в небе синим облака. Накрашу я птицам на асфальте хлеба. Ах, весна, она весна. Весна, но пришла, и птичьи трели спать мне не дают. Весна. Серые глаза.
нельзя. Без которой прожить уже нельзя. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Это полка новинок в программе «Ночное такси». Вы по-прежнему настроены на радиостанцию «Шансон-24», наш портал в сети интернет «шансонспб.ру» и на радиостанцию «Русский Берлин» на частоту 97,2 МГц FM в столице Германии. Это альбом автора-исполнителя из Москвы Андрея Мороза. Новейшая работа студии «Ночное такси». Альбом издан буквально вчера. Он носит название «Мне крылья любовь дала». Но он действительно поступил в нашу студию совсем недавно. Если быть точным, это было в четверг, сегодня суббота, соответственно, позавчера эти диски увидели свет. Я с большим удовольствием показываю эту музыку, также еще раз сообщаю, что отличительной особенностью именно этой работы талантливого Андрея Мороза является то, что во всех 18 произведениях, которые включены в этот альбом, он является абсолютно полноценным автором и исполнителем. Все это самые-самые новые песни талантливого Андрея Мороза, и я с большим удовольствием представляю их в нашем эфире. А пришла очередь для трека 8 и 9. Первый из них называется «Огни Москвы». Это родной город Андрея Мороза. И следующая песня носит название «Что мне твои дела?». Что эта ночь прогонит печаль прочь. Опять сегодня одна, ты ждешь ночного звонка. Я обещал, что придет весна, нас встретит ночная Москва. We'll be right back.
сегодня важные дела. Что сказать в ответ мне, что жену, и пусть, как всегда, как всегда, как всегда. Быстро годы пролетают день за днем. Может, и любовь когда-нибудь пройти. Так что не задерживайся, не звони, а приходи, приходи, приходи. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Ты опять звонишь, сегодня не придешь. Ты опять сегодня очень занята. И грустит со мной в окошке серый дождь, как всегда, как всегда, как всегда. Годы пролетают день за днем. Может, и любовь когда-нибудь пройти. Так что не задерживайся, не звони, а приходи, приходи, приходи. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Сегодня важные дела. Что сказать в ответ мне, что жену, и пусть не беда, не беда, не беда. Пойду с другой девчонкой, вот и все дела. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Ну а я, ну а я, а мне твои дела, что мне твои дела, ведь жизнь так коротка. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Это московский лирик Андрей Мороз. Это его новейшая работа, изданная в студии «Ночное такси» на компакт-диске. Действительно новейшая, поскольку, как я уже сказал, позавчера, относительно сегодняшнего эфирного дня, то есть четверг, все это мы получили с завода-изготовителя. Альбом Андрея Мороза, который я представляю вам в этом часе в «Ночном такси», носит название «Мне крылья любовь дала». Надо особо сказать о том, что все это записано в нескольких московских студиях. Записано все это, как вы поняли, весьма и весьма тщательно. На запись ушел почти год. И что немаловажно, так это то, что цифровой мастеринг и подготовка, собственно говоря, эталонного мастера, как и всегда во всех работах, которые мы издаем, принадлежит нашей студии. Это мастеринг сделан нами, и все это сделано талантом и руками нашего замечательного звукорежиссера Андрея Грикалова. Кстати, вот в этом году, в 2016 году, как раз осенью, исполняется ровно 20 лет, как Андрей Евгеньевич занимается у нас именно мастерингом звука. В свое время это действительно была очень и очень сложная и необычная работа. Оборудования было крайне мало, стоило оно дорого. Мы приобрели эту технику только в 1996 году, через два года после того, как стали заниматься изданием компакт-дисков, когда поняли, что должны полностью контролировать весь процесс. Не просто производство, собственно, мастера, но и доведение всего этого до эталона, до того эталонного оригинала, собственно говоря, с которого завод делает стампинг и печать тиража. Именно тогда мы привели эту технику. Андрей Евгеньевич научился великолепно на ней работать. И вот в этом году, подчеркиваю, осенью, если быть точным, в октябре исполняется ровно 20 лет, как он занимается этой важной работой. Подчеркиваю, все компакт-диски студии «Ночное такси», естественно, носят его имя. Там везде написано, что это Андрей Грикалов, естественно, и с указанием того, что это сделано в нашей студии. Также Андрей Евгеньевич у нас делает прекрасно
прекрасно и мастеринг звука для производства наших фильмов. То есть все саундтреки, подчеркиваю, все до единого, все годы нашего студийного производства видео, а это все мы начали делать в 2004 году, то есть, в общем, тоже уже не вчера, мы это делаем уже 12 лет, и вот все это время, подчеркиваю, самые-самые первые картины, все, что касается мастеринга саундтрека, мастеринга звука саундтрека, все это делается Андреем Грикалом. Аркадий Александрович, треки номер 11 и 12 из альбома Андрея Мороза появляются сейчас в эфире «Ночного такси». Первый трек носит имя «Не улетай», а следующий носит название «Любимая». Это Андрей Мороз, образца 2016 года. На небе самолеты, на море пароходы.
души поездом ночи тебя уносят даль. И я на самолетах, и я на пароходах спешу на поездах ночи догнать свою печаль, печаль. Могу я только грезы, остались позади давно лишь слезы. Глядят на нас соседнего окна. Любимая, отдать тебе могу я лишь печаль, а мы с тобою так от них устали, и сердцем ждем, когда придет весна. Нет, не ушла любовь, она дана нам свыше. Господь с небес нас слышит, Господь с небес нас слышит, и думает о нас. Нет, не ушла любовь, она чуть стала тише, но мы ее услышим, но мы ее услышим в вечерний тихий час. Любимая, как много поменялось в этом мире, и многие сердца в путь остыли, но верю я, что это не про нас. Любимая, смотри на нас, опять идут рассветы, и музыка звучит на всей планете. Ни на миг, ни на час. Нет, не ушла любовь, она дана нам свыше. Господь с небес нас слышит, Господь с небес нас слышит, и думает о нас. Нет, не ушла тише, но мы ее услышим,
слышим вечерний тихий час. Дорогие друзья, это программа «Ночное такси». Вы по-прежнему настроены на радиостанцию «Шансон-24», наше имя в сети «шансон-спб.ру» и на радиостанцию «Русский Берлин» на частоту 97,2 МГц FM в столице Федеративной Республики Германии. Программа «Ночное такси», кстати, на «Русском Берлине» ретранслируется уже приличное количество лет. Радиостанция «Русский Берлин» появилась на этой частоте в Берлине в 2003 году, а уже в 2004 году джингл «Ночного такси» зазвучал в эфире дружественной нам радиостанции. Что очень важно, так это то, что в той самой версии, в которой вы сейчас слушаете меня, «Ночное такси» тоже идет уже достаточно долго, до 2012 года. Программа поступала в эфир в записи, были специальные монтажные версии, и они транслировались в эфире «Русского Берлина» в основном перед нашими приездами на концерты и на съемки. Так они в эфире шли нерегулярно, именно как такие специальные презентационные программы. А вот в таком регулярном режиме, как сейчас, программа транслируется, начиная с 2012 года, если быть точным, с марта 2012 года, то есть вот уже пятый год. А что особо важно, так это то, что я стараюсь, конечно же, никогда не допускать повторов. То есть то, что актуально для эфира «Ночного такси» в России, все, я думаю, становится сразу актуальным и для эфира «Ночного такси» в Германии. Естественно, на YouTube, поскольку в студии установлена панорамная веб-камера, и на следующий день все это, даже раньше, чем появляется в Берлине, уже в записи появляется на нашем большом телевизионном канале на YouTube. И, конечно же, я стараюсь так готовить эти программы, чтобы действительно все актуальные новинки, все актуальные музыканты, все то, что действительно касается современной музыкальной жизни русской авторской песни, все это было доступно для вас в нашем эфире. Ну и в особенности, конечно, печатные издания, поскольку наша студия является адептом производства традиционных физических носителей. Мы издаем все это на физических носителях, всю русскую музыку уже на протяжении достаточного периода времени. Первые наши диски вошли, кстати, в двадцатку вообще изданных компакт-дисков, первых на русском языке в мире. Это были компакт-диски Аркадия Северного. Происходило все это 22 года назад, в 1994 году. Подчеркиваю, в первую двадцатку вошел альбом под названием «Аркадий Северный и ансамбль «Четыре брата и лопата». Затем, через 10 лет после того, как мы сделали первые аудиокомпакт-диски в связи с развитием формата DVD, то есть ровно в 2004 году, мы, приобретя специальное оборудование, а мы обычно приобретаем оборудование полного цикла, чтобы ничего не арендовать, все свое у нас, мы стали снимать для вас видео шансона на сцене и выпускать диски формата DVD. Первый такой диск был снят нами, вернее, первый фильм под такой диск был снят в 2004 году, но увидел свет он только в 2005 году. И вот, начиная с 2005 года, после этого презентационного фильма, который носил название «10 лет радиопрограмме «Ночное такси», вот той самой, которую вы сейчас слушаете, мы уже стали заниматься систематическим производством серии под названием «Шансон Клуб Видео». На сегодняшний день в этой серии более 200 полноформатных картин, и ровно 101 из них уже изданы в формате DVD. Ну, а сегодня мы слушаем Андрея Мороза, автор-исполнитель из Москвы. Его новейшая работа, изданная в студии «Ночной такси», с названием «Мне крылья любовь дала». Сегодня все эти песни впервые звучат в нашем эфире. И, соответственно, треки 13 и 14 просто называется «Я такой», этот трек номер 13, а вот «Зима», которая, очевидно, скоро, но в этом альбоме она уже присутствует, это трек номер 14. Андрей Мороз в нашем эфире. Я
метели, злые метели, вижу задумчивый взгляд. И все печали вмиг улетели, и их не вернуть назад. Эта девчонка в платье сирени снова навстречу мне. Легкой походкой, утром весенним, словно в волшебном сне. Просто я такой, я слов любви не знаю, подойти не смогу, объяснить тебе, что не знаю со мной, но по ночам скучаю, что люблю, что люблю, я скажу тебе. Ну а весной, зеленой весной, сердце уносится ввысь. Шепчут деревья мне тихой листвою, парень, поторопись. Эта девчонка, глаза голубые, сводит меня с ума. Только уста мои что-то забыли, только молчат уста. Просто я такой, я слов любви не знаю, подойти не смогу, объяснить тебе, что не знаю со мной, но по ночам скучаю, что люблю, что люблю, я скажу тебе. Прощай, моя утрата, успокойся.
покой, душу снег, превратится сердце в лед. Зима, 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 холодная пора. Зима, 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 опасная игра. Зима, 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 зима. Уезжаешь, в том вина, лишь моя, тут нет сомнения. На столе бокал вина, в нем теперь мое забвенье. На стене застыла тень, чьи-то губы, чьи-то руки. И по дому бродит лень, мрачной спутницей разлуки. Зима, 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 холодная пора. Зима, 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 опасная игра. Зима, 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 зима. Уезжаешь, уезжай, я тебя держать не стану. А забудешь, забывай, все смывает жизни дождь. Звезды не горят ночи, и печаль со мною рядом. Хоть кричи, хоть не кричи, мне уходит больше прочь. Зима, 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 холодная пора. Зима, 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 опасная игра. Зима, зима, зима. С вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ну, дорогие друзья, пришло нам с вами время расставаться до следующей недели. Напомню, сегодня во втором часе программы «Ночное такси» была для вас полка новинок, и звучала новейшая работа, новейший альбом, изданный в формате CD-аудио нашей студии, альбом московского автора-исполнителя Андрея Мороза, альбом, который носит название «Мне крылья любовь дала». В финале, после обычной справочной информации, для вас будет звучать композиция «Птица». Она посвящается Андреем Морозом, памяти композитора Владимира Мулявина. Что касается нашего с вами общения, то всегда программа «Ночное такси» по субботам на радио «Шансон 24», по субботам с 22 до 24 часов по московскому времени. Программа затем ретранслируется радиостанцией «Русский Берлин», соответственно, в Берлине, в Германии. И это происходит дважды. В четверг на следующей неделе после оригинального эфира в России, соответственно, с 23 до 1 часа ночи. И затем в понедельник следующей недели также с 23 до 1 часа ночи на радио «Русский Берлин» на 97.2 МГц FM. Я, Александр Фрумин, искренне благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующей недели. И благодарю моего младшего сына Аркадия Фрумина за прекрасную работу за пультом. Всего доброго, услышимся через неделю. Буду снова летать высоко-далеко.
Пролетают года, может, это судьба, только снится ночами мне небо. И мне жалко тебя, и мне жалко себя, только манит меня голубая страна, а другим никогда и не был. В небе алая заря, понимаешь, как летать там легко. Навсегда улетел далеко, улетел далеко, улетел далеко. Птица, я просто птица. Если крылья сломать, то закончу полет. Снится мне небо, снится. Буду снова летать высоко далеко, высоко далеко, высоко далеко. Промчатся печальные годы, и однажды к тебе на рассвете вернутся друзья с охоты и бросят птицу на стол. Нездешнюю птицу и странную, с глубокой кровавой раною, с глазами такими знакомыми и перебитым крылом. Если крылья сломать, то закончу полет. Снится мне небо, снится. Буду снова летать высоко далеко. Птица, я просто птица. Если крылья сломать, то закончу полет. Снится мне небо, снится. Буду снова летать высоко далеко, высоко. Ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий, на дорогах трехцветных огней, позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым.